Всем привет! Мы продолжаем Collect All Pets. Я уже дошел до второго реберса. И сейчас вместе с вами пройдем как можно быстрее все сначала. Вот каким я крутым дошел до реберса. У меня куча мистических этих пэтов. Кстати, сейчас еще двойные голд. Дважды голд буду я получать, в два раза больше, чем если бы обычно. Вот осталось буквально там 2 часа нам. Я специально не беру это яйцо, потому что я дождусь, чтобы получить его не легендарным, а следующий. Какой там он? Common, Legendary, короче, и еще круче. Prodigious. Как-то он по-другому по-русски переводится, не помню. Но неважно. В общем, идем, делаем реберс, прокачиваемся и все сначала идем. Так, 6 бриллиантиков я получу за реберс. А ну, зажечь надо нам свет. И смогу сделать реберс. Та-да-дам. И последний та-да-дам. Реберс. Готовы? Поехали. И надо подержать. Пум. И один. У меня счет один, то есть у меня уже один есть тут. А какой один? Один пэт, говорит он. У меня есть один пэт. А как это так? Я только реберснулся. А, ну да, наверное, сразу же должен быть один пэт. Точно. У меня пэт. Какой кошечка? Где она, кстати? А ну, кошка, иди сюда. Покажи, какая ты красивая. Эй. А, эквипнуть надо. Тьюты-юты. Эквип есть. White Cat у меня есть. И вот она пошла работать, и она очень быстро, кстати. Я очень сильно прокачался, многие-многие тут вещи поделал. У меня уже 500 монет, сколько надо на яйцо? Я вот здесь, смотрите. Я здесь уже прокачался, плюс 87% дэмэдж. Так, это есть. Я смогу сейчас заработать яйцо бесплатно. Ну, в смысле, без денег. 6500 стоит яйцо. Сейчас могу купить уже даже за деньги. А ну? Ну что, чтобы открыть новую локацию, мне надо 15 пэтов открыть. Не открыть, а в новых, как это? Ну, короче, вы понимаете. Equip. Есть. Уже 2 пэта у меня. Сейчас дело пойдет быстрее. Кто там у меня? Зайка и белка. Сейчас пойдет. Сейчас 15 вообще полетит. Как только наберем хотя бы вот немножко. Сколько я тут могу эквипать? 4. Вот 4, как только смогу эквипнуть, уже пойдет быстрее все. Белочки мои работают. О, кстати, там яйцо. Давай попробуем его достать. Иу, не получается. Я что-то не попрыгун. Есть! Есть, плюс яйцо. Плюс пэт. Так, эквип. Все, уже 3 у меня пэта. Вон еще одно. Иу, так не обязательно. И это, их зарабатывать. Можно вот так вот прыгать и доставать. Только это не так просто. Есть! Новое. Дир, олененок. И есть. У меня все 4 слота заняты. У меня теперь 4 пэта. Сейчас будет 5. И... Angry Dino! Все, у меня уже 5 пэтов. Обалдеть, где-то еще есть спрятанные яйца? А ну-ка. Я пока не вижу. Похоже, это все. А, вон на дереве. Как же туда добраться? А ну-ка. И раз. Упс. Да, хотел сказать есть, но нет. Так, надо забрать кристаллы, монеты. Есть! Еще одно. Good. I like it. А там наверху еще одно есть, зеленое. Это были белые обычные, а тоже редкие какие-то. А как же туда добраться? Ну, так, как же до тебя добраться? Мне надо туда запрыгнуть. Я хочу то яйцо получить. А если вот так? И вот, сейчас еще раз. О, надо кликнуть. И раз, есть. И раз, есть. Сейчас получим крутое яйцо уже. Ау-ау-ау-ау. Так, это забираем. Давай, допрыгнись. Хочу, реально, очень хочу это яйцо. Давай, как же тебе. Ну оно ж близко, очень близко. Но я что-то не могу. Давай. Реально, блин, так близко яйцо, я не могу его взять. У меня уже куча денег, у меня уже 57 тысяч, я уже могу там накупить кучу всего. Короче, не буду я вот это баловаться, иду я покупать яйца. Все, обиделся я на него. Где? Где продают яйца? Вот, на все деньги покупаем яйца. Тут есть авто? Есть авто. И сразу кучу яиц. И сейчас мы сделаем следующий уровень яиц. Какой там? Обычный, а то будет необычный. Давай. И все, еще одно. И еще сейчас будет одно. И... Ого, как много. Вау! У меня просто куча их. Еще одно вот уже готово. Я ж выполнил миссию. Есть. Так, что тут у меня? Я открыл уже 14. Еще одно и можно идти. Значит, надо сделать вот так. Раз, тан. Фьюз. И есть, 15. Я могу проходить в новую локацию. Equip best, конечно же. Да, и надо продолжать делать яйца. Fuse. Продолжать делать новые uncommon. Необычные яйца. Необычные пэты открывать. Есть, 16. Продолжаем.
Есть. И еще один. 17 открыто. Есть. Эквибест. И проходим в новую. А там столько яиц висит на деревьях. Это потому, что я там что-то прокачался. А, кстати, я могу еще немножко прокачаться. Так, пока у меня у Мидоу задача, да? 25 кристаллов. Я же могу. У меня есть 6 этих мифических или каких-то там кристаллов. Я могу их немного потратить. Вот, например, на Quest Luck. Чтобы у меня были... автоматически комплитнутые... А, не, у меня столько нет. Можно уменьшить сложность квестов или плюс голд. Что лучше? Давай сложность квестов. Давай. Покупаем. И где? Как купить тебя? Че, не могу? У меня же есть 6 этих. Requires плюс 5% голд. Чуть не пойму. А тут могу купить? Могу. Все, покупаем это. Итак, я купил. Что-то я купил. Плюс 1% голда еще будет. Я могу клеймнуть вот какое-то супер яйцо. Что тут? Prodigious! Ха! Вот так вот сразу! Через 12 часов у меня будет новое яйцо. Yeah, I like it! Так, Equibest. Это оно супер мощный этот пэт. Это вообще крутой. Он, его можно по-нормальному открыть только где-то там далеко. А так я получил. Итак, Collect Forest. Мне уже надо идти на Forest. Отключаемся от луга, идем на лес. И... пробуем искать яйца. Вот одно. Та-да-дам. Где-то вот на деревьях. Куча на деревьях яиц. Тын-тын-тын. Есть второе. Хе! Вот это да! Собирать яйца на деревьях. Где-то еще. Может, за домиком? А ну-ка. Да! Необычное за домиком. Отлично. Так, что еще есть? Где? Вот на дереве. И... не доспрыгнул. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Ага, только кружусь. И раз-раз-раз-раз-раз-раз. Есть! Получилось! Еще один котик. 7000 забираем. Короче, понеслась. Уже реально понеслись денежки и яйца просто очень много. Опять New Pet Discovered. Где-то еще есть на деревьях яйца? Нет? Я так понимаю, что скоро у меня откроется вот эта новая локация. Сейчас надо немножко нам пофьюзать яйца. И сможем открыть новую локацию. Так, где? Что Пэтс говорит? А? Пэтс говорит, что надо фьюзать. Раз-раз-раз-раз-раз. Бум! Continue. Можно уже эти пофьюзать. Сколько у меня тут эквипнуто? 3. Давай еще эти тоже. Фьюз. Давай вот эти. Сейчас я быстренько докуплю новых. Фьюз. Вау, какой крутой Дизи Хамстер. Так, отлично. Equip Best. Все. Так, что делаем? У меня сколько денег? 200 тысяч! Так у меня 1 000 000 яиц сейчас может быть. Ну, не миллион, но, короче, очень много. Давай-ка мы это автохэтчаем. Итак, 200... Это, я не знаю, сейчас очень круто. Сейчас я сразу открываю новую локацию. Прям вот капец. 25 уже, а для новой локации нужно, по-моему, 40. Вот сейчас 40 открою и отойду, а то это сильно долго ждать. Но это круто! Я реально так быстро открываю все. Потому что я молодец, я прокачался. Ставьте лайки, если вам нравится. Так, 32, 33, 34, отлично. Я сейчас, наверное, все обычные пройду, пооткрываю. Ну-ка. У меня еще 100 тысяч, я уже столько открыл, еще 100 тысяч. Кстати, надо, а ну отойти, отойти, может у меня уже все открытые? А ну-ка. Так, continue. Что тут, где мои дети все? Вот тут они, о, это, вау, какой крутой пэт тут тоже работает. Это, по-моему, уже мифический. Что? 40 пэтов надо, чтобы пройти в новую локацию. Так сейчас сделаем. Сейчас мы делаем вот так. Тан-тан-тан-тан-тан. Пам. Новый открыт. Тан-тан-тан-тан-тан. Пам. Опять новый. И сейчас будет 40. Да, все, 40. У меня открыта новая локация. Но мы еще все равно вот так вот поделаем. Вот смешной такой медведь какой-то. Или Муму. Муму. Хе-хе. Непонятно, кто ты, Муму. Давай вот это все тоже делаем. Вот так. Та-дам! И эквипаем best. Есть. Все. Я могу тут кликнуть, получить еще одно яйцо. И у меня открыта пустыня. И новая задача у меня идти в пустыню. Давай. И в пустыне на деревьях яйца есть? Тут на кактусах и на камнях. А ну-ка, есть. Так, ну это обычные, это уже не очень интересно. Вот интересные вот эти хотя бы. Есть. Какой цыпа. Где еще они есть? Вон на крыше вижу. Надо бы... О, за домиком.
Отлично. Где еще? Вот на кактусе есть. Короче, я тут пока вот это пособираю все, уже и новую локацию открою. 75 надо для новой. Ну, это много. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Ага, тут ветка, тут не получится. Отсюда надо идти. Дун-дун-дун-дун-дун. Есть! Есть! Новое яйцо. И новый пэт. Кала. Так, что еще тут? Где тут? Где тут? Где тут? На камнях забрал. На крыше я не забирал. Как же туда добраться? На крышу, а? Дин-дин-дин. Нет, тут не получится. С кактуса, что ли, как-то? С дерева, может быть, да? А ну. Я такой, конечно, этот. Кстати, я заметил, в доме есть еще одно яйцо. Вот оно. Еще утка. Так, ну круто. На крыше пускай там себе будет. Ну или ладно, давай еще разочек на дерево попробую забраться. Хотя это сложно. Да, не хочу я забираться на дерево. Все, вот так вот может быть. Ладно, это оставляем, идем работать дальше. У меня уже готово еще одно яйцо. И говорят, что можно их немножко фьюзать. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Фьюз. New pet. Вот это красивый, кстати. Обязательно эквипаем. Кстати, тут еще нельзя купить новый слот? Да, за 100 тысяч. Так покупаем, конечно же. У меня есть деньги. Деньги не проблема. 100 тысяч эквип best. Есть. Продолжаем открывать яйца. Так, а кстати, что у меня с пэтами? Я открыл... А, ну common еще много неоткрытых у меня. Так что надо продолжать еще common яйца открывать. Да. Uncommon вообще много. Rare один только. Два рейра. И один даже prodigious. Это вообще очень крутые. О, кстати, 30 тысяч надо забрать. В desert продолжаем забирать яйца. Кто тут, что тут? Можно тут денежки пособирать немного. И у меня 400 тысяч. Я не знаю, это сколько денег, сколько яиц надо покупать. А, и вот же можно было за 25 тысяч. Я пропустил. Тоже покупаем, конечно же. Вот. И equip. Отлично. А где-то там не было больше ничего такого. Вот здесь не было слота покупать. Не вижу. Тут только яйца. Тут яйца. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та. Окей. Я думаю, надо забрать это яйцо. Новое. Новый пэт. Сейчас, тут пока работает. А я пойду, вот понаоткрываю немножко обычных яиц. И дин. Пока у меня там мои пэты работают, я открою им новых. Мне же надо 75, по-моему, да, для новой локации. Вот работаем, ищем. И мне еще 500 тысяч, я в шоке. Денег много, я яйца долго жду, открываю, а не это. Кстати, там было, по-моему, за один бриллиант этот мифический. Ускорить немножко это, мультики эти. А ну, идем купим. Давай, давай, давай. Так, continue. Где? Сейчас проверим, есть, нет? Collect drops. Вау, есть, 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 есть дропс. 35 тысяч забираем. Что тут? Опять collect drops. Капец, я так быстро выполняю задания, просто в шоке. Так, сейчас быстренько. Там, по-моему, за один бриллиантик этот как раз он у меня остался. Можно немножко там что-то докупить. А ну-ка. И, где? Один бриллиантик, вот он. Скорость мультика вот этих при покупке яиц становится быстрее, короче. Недолго ждать. Вот сейчас и проверим. Я не люблю долго ждать. Сейчас мы пойдем пособираем монетки в пустыне. И опять вернусь я покупать яйца. И есть, деньги беру. Я не успеваю деньги просто тратить. Вот просто не успеваю тратить. Я в шоке. Эх, вот я только ушел, а у меня уже готово... Опс, что-то зависло. А у меня готово новый квест. И что дальше? Опять форест, 15 тысяч голда. Но это немножко может быть долго. Поэтому идем открывать яйца. И я надеюсь, это будет сейчас быстрее. Оно, ну, не сильно заметно, что быстрее. Ну, думаю, быстрее. Да, быстрее, 100%. Стопудово. И у меня уже 700 тысяч денег. Я в шоке. Просто в шоке. Я не успеваю тратить их. Зато я сейчас, наверное, открою все обычные пэты, которые есть. На улице дождик. Так, мы открываем пэты яйца. 51 пока у меня счетчик. Уже не попадаются что-то новое. Может, я уже открыл все? Камон. А ну, еще раз, давай посмотрим. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Так, continue. Давай, соберем где-то мои монетки. Может, я... О, я уже давно заработал все. Ба-бам! Так, опять дезерт, пустыня, кристаллы. Смотрим. Так, common. Common, common. Ну, еще много, но не очень. Давай уже, чтобы долго не ждать, будем покупать уже uncommon. Необычное. Ну, чтобы быстрее все шло. И... Та-дам! Та-дам! О, и счетчик пошел. Уже 53, уже 54. А надо мне 75.
Сейчас мы быстренько сделаем 75. Так. 100% сейчас быстро сделаем. Так, я уже задание выполнил. Еще? Ну, почти, кстати. Давай уходим отсюда. И continue. Вот так, вот так, вот так. И задание выполнено. Новый. Нет, не новый. А сейчас будут новые. Я буду делать вот это. Будут появляться новые пэты. Кстати, я не посмотрел, какое задание. Мне здесь стоять, в лесу или где-то дальше, или в пустыне. Meadow, надо перейти. Надо перейти. Или meadow. В луг, короче, на луг надо перейти. Все, на лугу здесь пока постоим. А я поделаю вот так. Бам-бам-бам-бам-бам. Икс. Новый. Бам-бам-бам-бам-бам. Это не новый. Там бам-бам-бам-бам. Так, много их, капец. О, опять новый, это хорошо. Мне надо 75, чтобы я смог проходить дальше. Дан-дан-дан-дан-дан. Все, я больше обычно не буду покупать пока, потому что это долго. Бам-бамкать их. Вот, еще разочек. И еще последний. И... Та-дам! 64 пэта у меня открыто. Я уже почти выполнил тут это задание. Выполнил. Есть. Идем опять в лес. И в лесу продолжаем бамбамкать. Так я вообще, я только зашел, а уже почти все сделал. Давай побамкаем вот эти. И па-бам! Вот сейчас новый будет. Да, новый. Вот какой грибочек прикольный. Дан-дан-дан-дан-дан. И что там, задание выполнено? Да, выполнено. Новое обычное яйцо. И просто дропсы. Ну вот, мы идем туда, вот там много дропсов. И раз. Пробуем делать вот так. И открывать все новые и новые пэты, чтобы проходить новые локации как можно быстрее. Вот мне попался такой прикольный нарвал. Дин-дин-дин-дин-дин. А сейчас после этого будет еще круче. Так, это единорожка, это девчачий. И пам. Опять новый. И сейчас вот 100% должен попасть должен новый. Раз, два, три, четыре, пять. И... Та-дам! Эпик! Эпика у меня еще не было, по-моему. Да, еще не было. Надо его эквипнуть, а то у меня пусто совсем. Забрать сейчас вот это яйцо. Па-бам! И переходить в дезерт, да? Да. Идем в пустыню. Горят коллектор дропсы там. Я только зашел и уже сделал треть задания. Отлично. И так как у меня куча денег, я не буду покупать уже обычные яйца, а буду покупать вот эти подороже, которые, да? Давай. Тин. Сейчас мы быстро откроем новые локации. Так. Верблюд. Ящерица. Мухомор. Муравьед. Короче, неважно. Главное, что у меня уже 73 пэта счетчик. Еще 2 и будет новая локация. 74. Так. 74 все еще. 75. Все. Ура. Ура, ура, ура. Так, что там с заданиями? Задание почти выполнено, но еще не очень. Почти. Что тут у меня? Можно их пофьюзать немного. И... Но у меня уже новая локация открыта. Сейчас мы их... Так. Капец, сколько денег. И опять 400 тысяч. Я ничего не делал. А, Арктика. Новая локация, и мне надо туда. Мне надо там зарабатывать голд. И у меня тут куча яиц, смотрите. Просто надо ходить и их открывать. Ничего не делать. Вот просто ходить. И вот они прямо на земле лежат. Так, в домике есть? Обязательно должен быть в домике. А в домике синие! Рейр! Круто! Так, ию, что-то я застрял тут. Что-то я в домике... Как выйти отсюда? Вот, я застрял в домике. Так, хорошо, за домиком есть. А ну-ка, ставим ставки. Да, есть, еще одно. Еще один единорог. Так, все. А, вон еще на этих, на... Как называется... На паркурчиках, если я смогу туда добраться, конечно. И так, надо забрать этот. И тин-тин-тин-тин-тин. Не, что-то я застряю. Я паркурист плохой. Ию. Так. Ию, не получится из меня паркуриста. Ладно, пускай там себе сидит, я себе еще заработаю. Мне это не сложно. Так, что, я смогу купить новую локацию здесь? Нет. Да, за 500 тысяч. Есть у меня 500 тысяч, no problem. Ну, уже это так, много денег, конечно. Так, эквипаем, бэм-бэм, и можно немножко их опять побэмкать. Страус, бэм-бэм-бэм, бычара такой, ух. Так, легендарный, смогу сейчас сделать, или сегодня, а ну-ка, нет, наверное, еще пока рано делать легендарное. О, забираем яйцо, continue, golden forest. Мне надо идти в лес.
Идем в лес. В Арктике закончилась наша операция. Идем собирать в лесу. У меня 80 пэтов открыто. Чтобы открыть новую локацию, надо 120. Попробуем насобирать 120. Что, нам тяжело? Мне кажется, если просто поставить покупать все common, то можно 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 еще common, еще uncommon их куча. Давай uncommon тогда брать. Уа, уже готово яйцо. В Арктике, говорят, надо идти работать. Давай, идем в Арктику. Сколько денежек? Отлично. И открываем uncommon яйца. Все. Может, сейчас получится 120 реально сделать. И открыть самую еще крутую локацию. Не, ну она не самая, но самая у меня сегодня. 82. Задание не выполнено еще. Окей. 85 уже. Слоник. Совушка. Совушка, грибок. Так, что, деньги... У меня деньги закончились, прикинь, первый раз. И у меня еще какая-то попалась лама. И просто Destroy Crystal. Значит, здесь будем, да? У кого-то такие крутые пэты. Какая-то пчела такая. Это светящиеся, блестящие. У меня почему-то очень мало вот этих шайни блестящих. Один только. Уже два реберса прошел. И у меня всего-навсего одна только вот какая-то мышка или что-то. Крот какой-то. Блестящий. Нет, чтобы нормальные пэты попались. Так, я же могу тут побумкать их немного. А ну, бум-бум, бум-бум-бум. Новый. Еще. Новый. Же 90. Опять новый. И, а ну сейчас повезет новый? Да, повезет. И даже можно продолжать дальше. Уже можно вот эти вот бумкать и... Получим. Какой дальше? Эпик! Точно новый. Давай тогда еще побумкаем. Бум-бум-бум-бум. И эпик тоже должен быть новый. Да, Надо их эквипнуть. Ю, что-то у меня common совсем эквипнутый. Надо больше яиц. Больше делать дело. Так, похоже, я немножко скорость свою потерял продвижение. Дальше будет немножко медленнее. Но вы видите, как круто можно прокачиваться и как круто открывать первые локации после второго реберса. Ну, правда, если еще круто вот эти все покупать, вот плюс дэмиджи и так далее, за 20 миллионов следующий. Так что я буду продолжать играть, буду продолжать наращивать своих кучу реберсов, а зрителей попросим поставить лайки, потому что это было супер круто, супер быстро. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока-пока!